Я вниз пошла, надо наоборот, наверх. Я такая, я могу. Мы практически пунктуальны. Здравствуйте, это Селима. Приветики. Пахнет очень вкусно уже. Уже такие запахи просто восхитительные. Ой, Селима, что-нибудь помочь вам принести или вы уже все принесли? Красота. Это перцы, да, вот эти? Маринованные. Крутяк. И пахнет, пахнет. Сначала вот этот запах духовки. Ой, хорошо пахнет. Да. Люблю это. Постоянно. Прекрасно. Огромная, огромная сковородка. Вкусно пахнущей картошки, которую приготовили для нас с любовью. Вот это мы везунчики и счастливчики. Да, мы каждый раз сюда приезжаем на бутербродах, и что-то мы уже немножко от бутербродов подустали. Может быть, каждый раз приезжаешь и заказываешь. Я уже сделаю, если никуда не иду, что там еще. Это приятно. А я приготовила для вас десерт, но он остался в холодильнике. Я забыла его дома. У меня есть полезные десерты всякие, но они вкусные и для похудения. Я привезу в следующий раз, снова сделаю. У нас только встречи начали. Да. Вот этим, конечно. Для вот этого еще как, конечно. Может быть. Так, если ударить, может быть, и не... ну, поцарапать можно, но острием... Кинжал? Можно. Да, это кинжал. Надо вот, тебе дверь. Надо сейчас машину с собой таскать, если потом что говорит. Женька хотела сделать себе разрешение на пистолет. Я подал... Нет, на пистолет. Я подал документы, но еще пока не получил ответ, но шансов немного. Но стреляет он как бог. Он поехал с другом в тир. И привез мишени, которые порваны прямо в серединке, там, где в стоп попадает. Да. Порван, там дырка. Он прямо в серединку и попадает. У нас было же в каждой школе были тир. Да. И был этот военрук. Да, и так получилось. Хорошо вас научил стрелять просто тем. Военрук наш, он был муж нашего классного руководителя. Свой чувак и был. И у нас был доступ в этот тир. Я ходил, мы там калаши разбирали. Это же главное, если много стреляешь, то ты будешь стрелять. И мне очень нравилось. На соревнования мы ездили. Выбивал 29 из 3. Да он реально белке в глаз попадет. Я клянусь. Ой, сейчас уже не уверен, но... Ну, я видела просто мишени. Он их порвал. Молодец. Если сел аккумулятор в машине, ты не можешь завести. А почему он в чемодане? Ну, что, он не нужен в машине каждый день. Просто дома он хранится. Батарейка покупал недавно для работы. И там вот такой чемоданчик. Вот такой вот. Подключаешь все такие штучки. Угу. И без этого. Ну, это я догадываюсь. Я не знаю точно. Толком. А вдруг там золото, бриллианты? Ну, он тяжелый, как рулетом золото. Да. Ну, давайте пойдем искать золото. Я думаю, стоит это делать на балконе. Давай, ага, да. Вперед. Или балкон, или только... Там розетка есть? Да. Все. Там еще и свет есть. Там все есть. Ты выглядишь как дипломат. С дипломатом. Ну, у вас работы много. У нас вообще море по колено. Мы тут пашем, как эти. А здесь красота. Ну, пока еще нет, но будет лучше. А здесь красота. А мы прям будем... Это болгарка называется? То, что у вас в руках? Это болгарка. Болгарин, его болгарка. Вот оно, вот оно. Вот оно. Селимочка, проходите. Заходите. А если там бабочки, и вы распилите, они разлетятся? Такие шумные, мы убежали, потому что вы очень шумные. Мы... Смотри, все распилили. Селима, идемте, идемте. Любопытство. Мы свидетели. Давайте открываем. Давайте. Что это? Я сказал, сверла. Ух ты, что это? Ножи. Ножи чего? Просто ножи. Просто.
Насколько просто в таком чемоданчике, который закрыт намертво, насколько это простые ножи? Такой тяжелый. А у них двойное дно? Здесь еще. Солнышко, ты хотела секатор? Да. Мне нужен секатор. Я люблю, я розмарин все время обрезаю, он пальцем у меня об него. А вот это какой-то... Супер замок? Нет, это вообще не замок. Я не знаю, что это здесь делает. Ну, вот это... Это в машину, а это какой? Вот, еще, смотри. Это надо тебе хозяйка стать. Это вилки, надо ложки. Готовить надо. Хорошо. Тут даже есть секатор. Ну, вот только секатор у меня отсюда пока надо. Секатор, да? Я в лес за ветками езжу, мне надо секатор. А ножи уже кто-то тут забрал. А сколько ножей надо человеку для части? Один. Тяжелый. Один, два. Тяжелый нож. А этот какой-то... А это не... Это вилка, чтобы протыкать мясо в запекании, да? Фильм или нет? Это кто мясом занимается. Ну, видите, несколько ножей. Почему все-таки закрыто это было? На замок кодовый. Ну, ножи. Ножи было забрали. Чтобы недоступно ножи. Было. Недоступно. Сейчас это очень доступно. Мне особенно, все нравится. Особенно если дети, все такое. Я поняла. Здесь же нет маленьких детей. Ножи и секаторы мне нужны. Ну вот прям вот эти ножи. А что это за ножи? Это какая-то фирма? Они какие-то острые, они какие-то режущие? Кёниг. Кёниг. На немецком король. Надо погуглить. Такой товар. Не, ну, нам было любопытно, нам было интересно.